Не используйте в оформлении бровей жирные по текстуре и незаточенные карандаши. Также не нажимайте сильно на карандаш, когда прорисовываете контур. Для начала зачешите волоски вверх и дайте предпочтение карандашу с тонким грифелем. Аккуратно прорисуйте контур. Не рисуйте хвост, который слишком уж смотрит вниз. Также не начинайте рисовать сразу хвостик. Для оформления верхней линии зачешите все волоски вниз и прорисуйте параллельную нижней линии, верхнюю линию, не нажимая на карандаш. Расстояние в начале брови и в зоне изгиба должно быть одинаковое. Очень легкими движениями прорисуйте якобы волоски, параллельно прочесывая постоянно бровь. Грубая ошибка — надавливать сильно на карандаш, когда вы заполняете бровь, и не протушевывать бровь. Она ведь смотрится тогда неестественно, если вы не тушуете ее. Я на самом деле думала, что тренд консилером давно в прошлом, но нет. Есть еще огромное количество девушек, которые наносят просто тонну консилера вокруг брови, снизу и сверху, и смотрится это, конечно, максимально неестественно. Последний этап в оформлении бровей — это укладка гелем. Аккуратно, трогая только волоски, а не кожу, мы укладываем брови. Вот так не стоит, потому что вы просто стираете.